правительство республики обсудили план реализации послания главы республики Народному собранию Ингушетии. Председатель правительства Муса Чилей провел совещание по вопросу разработки и реализации общереспубликанского плана мероприятий по выполнению задач, поставленных в послании главы республики Народному собранию. В работе совещания приняли участие заместители председателя правительства, руководители министерств и ведомств республики. Муса Чилиев сказал, что в послании отображены четкие поручения, соответственно, министерства и ведомства должны предоставлять план работы с указанием конкретных мероприятий. Ряду руководителей были сделаны замечания. Председатель правительства отметил, что реализация послания главы региона Народному собранию республики является первоочередной программой к действию. Пресс-служба правительства специально для программы «Вести Ингушетия».